Приветствую вас, дорогие мани. Сегодня у нас коротенький видосик. Давайте его посмотрим. What is that? Oh, yeah. That's the orb. What is the orb doing here? Whatever it wants. Is everything all right? Oh, that depends. On what? The orb. Это небольшой каламбурчик. Суть заключается в том, что it depends уже само по себе является устойчивым выражением. Ее довольно сложно переводить на русский язык, но самая ближайшая по смыслу фраза будет «это зависит от того, с какой стороны посмотреть». Да, или просто с какой, «зависит от того, с какой стороны посмотреть». Да? Вот. Но дальше она разбивается и воспринимается просто как слово «depend». То есть «зависеть чего-то». Самое главное обратить внимание на предлог, потому что по-русски мы говорим «зависеть от чего-либо», по-английски мы говорим «to depend on». На сегодня все. Пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть в следующий раз. Детерминист.